Ну да. Интересно, новые девочки. Мы с Корги-то играем. А тут новенькие для нас. Да. Да еще две, скажи. А у нас была старенькая лабрадор. Так пока она ходила, это вообще это какие-то флюиды. Не иначе как. К ней все кобели. Аккуратно. Ну да, он вроде аккуратненько старается. Да? А он вообще, он очень хорошо телом владеет. Он же еще в этом году, что-то у нас никак плавание не получается. А так он, мы серьезно достаточно занимаемся на Анохина плаванием. И его именно учили с инструктором, именно владеть телом. Угу. Да. Ну хорошо. Ну. Ну и Зевс такой напористый. Ты чего? Что, в порядке наводишь? Скажи, а почему со мной не играют? Она слепая. А-а-а. Она слепая, ей 10 лет уже.